Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с PIFO. Название это сокращение от Python Fitting Assistant. Программа дает возможность вне игры на любом компьютере, либо на мобильных гаджетах под управлением систем Linux, Mac или Windows разрабатывать наиболее точные конфиги кораблей под своего пилота. Также использовать любые импланты, модули и корабли без их наличия в игре. Это крайне упрощает знакомство с возможностями тех или иных кораблей до момента их прокачки или приобретения, а также сравнивать эффективность модулей и имплантов. Освоив данное ПО, вы сможете с наибольшей скоростью заниматься разработкой конфигов для ваших кораблей, чем в игре. Начнем знакомство. Для начала мы разберемся, как и где скачать данную программу. Находится она по ссылке github.com pifo.org pifo releases. Эту ссылку я предоставлю ниже в описании видео. На главной странице мы видим последнюю версию данной программы. Ниже нам предоставляется возможность скачать установочный файл для нашей операционной системы. У меня операционная система Windows 10, я выбираю, собственно, WinXE и скачиваю его. Когда мы скачали инсталлер, мы его открываем, нажимаем Next, принимаем согласие. Я установлю в стандартную папку. Создам иконку на рабочем столе. И устанавливаем. Он нам предложит открыть программу. Завершаем, открываем. И первое, с чего я хотел бы начать наше знакомство с PIFO, это создание персонажа и загрузки своих скиллов программы. Делается это через окно редактирования персонажа, вызываемого сочетанием клавиш Ctrl плюс E, либо по пути Windows Character Editor. В окне мы нажимаем кнопку New Character, вводим его имя. Персонаж создан. Теперь нам необходимо загрузить в него наши текущие навыки, актуальные. Для этого мы заходим в вкладочку API. И нам необходимо создать API. Касательно того, что такое API. Это не доступ к вашему аккаунту, почте и паролю. Это информация о внутриигровых данных о вашем аккаунте, скиллах вашего персонажа, имущества и тому подобного. При создании API вы сами указываете, какие данные вы будете предоставлять. Я же вам настоятельно рекомендую соблюдать бдительность при работе с любыми сторонними приложениями, тщательно проверять адреса, на которые вас перенаправляют те или иные ссылки, а также скачивать все сторонние приложения только с официально указанных для них источников. Мною предоставлена ссылка на официальную страницу PIFO. Если вы видите, что, допустим, из браузера вас перенаправляют на иную страницу, будьте осторожны. Недоброжелатели могут попытаться через открытый код программного обеспечения получить ваши данные. В окне создания нового персонажа во вкладке API можно нажать на ссылку, которая самостоятельно переведет вас на официальный сайт и установит необходимые параметры для создания API. После перехода по ссылке в вкладке API в PIFO вас должно перенаправить на сайт логин и в онлайн.com аккаунт. Да, то есть мы видим то, что это HTTPS, то есть защищенный шифрованный канал. И нам здесь нужно залогиниться. Мы логинимся, вводим пароль и нажимаем «Войти». Мы сразу же попадаем на
страницу, где нам необходимо создать ключ. Здесь сразу указаны те параметры, которые необходимы непосредственно для PIFA, чтобы видеть нашу информацию о персонаже, внутриигровую. Называем его PIFA. Выбираем char. И ставим галочку no expire. То есть он у вас будет бессрочным. После этого нажимаем Submit. Все, наш ключ создан. Теперь нам необходимо эти данные ввести в программу. Мы берем, копируем KID. Заходим в окно Charter Editor и вставляем. Теперь копируем Verification Code. Опять-таки заходим обратно в Charter Editor и вставляем его. Нажимаем кнопку Get Charters. Он получил персонажа. После этого мы нажимаем на клавишу Fetch Skills, то есть добавить скиллы. И мы видим сообщение, то что скиллы добавлены. Нажимаем ОК. Тем самым персонаж внутри программы теперь имеет наши реальные скиллы из игры. Возможно, вы захотите сразу загрузить в PIFA также данные по профайлам урона. Ниже в описании будет дана ссылка на краткую инструкцию. Давайте вместе воспользуемся имеющимися в ней данными и получим новый удобный инструмент в наше распоряжение. Инструкция находится на Google Docs и состоит она всего лишь из двух листов. Для начала мы копируем вот данные, выделенные красным. Ctrl-C. Или просто вот копировать. После этого мы заходим в PIFA. Открываем во вкладке Window Damage Pattern Editor. Ctrl-D. И у нас открывается данное окно. После этого мы импортируем скопированные нами данные вот при помощи этой клавиши. У меня они уже скопированы, я не хочу их дублировать, поэтому я этого делать не буду. Но как только вы ее нажмете, он вам скажет, то, что данные загружены. И на этом вы сможете уже пользоваться полученными профайлами урона. Отлично, теперь мы можем в полной мере приступить к знакомству с инструментом PIFA. Для начала давайте ознакомимся с фитинг-браузером. В нем находятся все корабли, а также цитадели, которые сейчас имеются в Еве. Допустим, возьмем батлшипы. И мы видим, что он нам показывает батлшип, который относится к этому классу. Внизу у нас есть удобный фильтр по фракциям. А также у нас есть поиск по названию. И я, допустим, хочу найти корабль Гнозис. Вот он нашелся. Для того, чтобы создать новый проект с использованием данного корабля, нужно нажать на кнопочку New. Вот мы его создали, и нужно задать ему, этому проекту, имя. Мы пишем New. И нажимаем применить. У нас открывается новая вкладка с нашим проектом. Разберемся в центральном окне нашего проекта.
мы видим high-слоты, mid-слоты, low-слоты и rig-слоты нашего корабля. Давайте откроем какой-нибудь уже действующий фит мой собранный, для того, чтобы посмотреть также модули. Итак, у нас есть несколько колонок. Давайте разберемся с первой. Здесь можно активировать модули, отключать их и перегревать. Для того, чтобы его активировать, нужно левым щелчком мыши нажать по данному модулю. Ну, то есть, точнее, напротив этого модуля. И появится такая галочка. Это, собственно, модуль активирован. Если вы видите кружочек, это значит модуль зафичен, но не активирован. Также можно модуль перегреть правым щелчком мыши. И можно модуль отключить, зажав Ctrl на клавиатуре и левым щелчком мыши щелкнув. Да? То есть этот модуль находится в фите, но он за офлайнен. Мы, собственно, его активируем и включаем. Во второй колонке отображаются заряды, которые заряжены в модуль. Вот, допустим, Small Capacitor Booster, и мы сюда ставим батареечку. Она отображается в данной колонке. В третьей колонке мы видим визуальное отображение модуля, так как он выглядит в маркете. В четвертой колонке у нас отображается название модуля. В пятой колонке мы видим, сколько потребляет данный модуль ПГ. В шестой мы видим, сколько потребляет он ЦПУ. В седьмой мы видим расход капацитора, а также прирост данных капацитора в секунду. Восьмая колонка – дальность действия модуля. Девятая – общая информация о модуле. Сюда входит сила глушения варпа, проценты воздействия сеток, цикл активации микроджамп драйва, количество нейтрализуемой капы в секунду, трекинг спид. Ну, то есть мы, в принципе, видим подсказку, да, то есть наводя на данные параметры, видим подсказку от программы. Десятая колонка – это примерная стоимость модуля по жите. Одиннадцатая – это название установленных в модуль зарядов и их количество. Если кликнуть PKM по модулю, то откроется контекстное меню. В этом меню можно выбрать тип зарядов, посмотреть информацию о модуле, посмотреть группу в маркете данного модуля, изменить некоторые скиллы для этого модуля, изменить его вариацию, да, то есть можно, вот у вас стоит модуль Т2, вы такие думаете, а надо поставить какой-нибудь там, ну, допустим, Т1, либо мета-модуль, и вы его выбираете, и он меняется, да, вот, допустим, поставим первый, да, он раз поменялся на первый. И хотим, допустим, вернуть на второй. Мы вернули на второй. И теперь мы хотим зарядить сюда потрошки. Вот мы их зарядили. Дальше. Можно посмотреть информацию о потрошках. Да, то есть вот раз мы открыли информацию о потрошках. Можно посмотреть группу в маркете, где находятся потрошки. Да, то есть мы раз такие и открываем. Вот она, группа в маркете. Вот они потрошки. Advanced Blaster Charges, Medium, пожалуйста. Что дальше? Ship Stats, да, то есть можно посмотреть параметры корабля. Открыть корабль в Fitting браузере. Вот он открывает все наши фиты данного проекта.
и изменить какие-то скиллы для данного корабля. Допустим, мы хотим механикс поставить 4. Или вернуть этот скилл обратно. Слева в самом верху находится выбор персонажа, а также кнопка принудительного обновления данных по IP. Индикатор соответствия скиллов текущему уровню, текущему проекту. Допустим, если мы возьмем скиллы нашего Д'Артаньяна, мы увидим то, что его скиллы не соответствуют. И для того, чтобы он смог использовать данный проект, ему необходимо скиллы выучить до того уровня, который здесь указан. Далее мы видим количество турелей, ракетных установок, которые может быть установлен на данный корабль. Также количество запущенных дронов и очки калибрации. Индикаторы ЦПУ и PowerGrid. Также объем дрон Б и ширину канала телеуправления дронами. Ниже у нас рассматривается эффективный ХП. Есть кнопочка переключения между эффективным ХП и просто ХП. В данном виде мы им реальный показатель щита, брони и структуры. Можем вернуться обратно на ИХП. И мы видим, собственно, количество хитпоинтов, перемноженные на имеющиеся резисты. Также видим применяемый к вашему кораблю профиль урона. Мы можем выбрать какой-нибудь другой профиль урона, допустим, ракеты Инферно. И мы сразу видим, что количество наших эффективных ХП резко уменьшилось, потому что резисты на термал урон у нас самые минимальные. Если мы, допустим, поставим Explosive Damage, да, новой ракеты, то мы увидим, что количество наших ИХП увеличилось с пересчетом множителя на данный параметр резистов. Есть Omni урон. Это когда ваш танк рассчитывается на урон по всем видам урона. Считается как 25%. А все. Ниже располагается информация об активном танке с пересчетом тоже на ЕХП и ХП. Как мы видим, просто по ХП мы восстанавливаем в секунду 200 единиц армора на данном проекте. С включенным ЕХП мы восстанавливаем себе 800 21 единицу ДПС танка. То есть это структура армора в пересчете на количество наших резистов. Две линии. В первой линии Reinforced указывается откачка, которая у вас находится, допустим, на текущий момент. Во второй линии указывается стабильная откачка, то есть либо в условиях капа стабильности, либо в условии пассивного танка щитом. Ну, пассивный танк щитом, он указан здесь. О чем я говорю? В данном фите у меня два капаситора-бустера, которые снабжают этот корабль необходимым количеством капа через батарейки.
Тем самым у меня есть капостабильный фид, который показывает, что здесь там 821 единица откачки. Как и здесь. Если я один капаситор-бустер отключу, то он мне покажет, что в принципе моя откачка равняется 821 единица в пике. Но если я хочу рассматривать среднестатистический свой танк, то он будет равняться 500 единицам. Далее у нас располагается огневая мощь нашего корабля. Ну вот сейчас мы зарядим патрошки. И увидим, что наш корабль имеет с пушек 306 ДПС. С дронов он имеет 238 ДПС. Общий его ДПС равняется 544 единицы. Альфа – это количество урона за выстрел, который совершает ваше орудие. Плюс дроны. То есть, если я отключу дронов, альфа уменьшится. Включу дронов, альфа увеличится. Поэтому общее количество альфы как с дронов, так и с пушек равняется 1943 единицы. Здесь также находится клавиша изменения параметров на количество, допустим, выработки минералов. Это необходимо для того, когда вы фитите корабли добычи. Баржи, рорки, орки. В общем, все корабли, которые относятся к классу добычи. Вот тут будет показан параметр кубов в секунду добываемых. Показатель Remote Reps. То есть он необходим для того, чтобы смотреть, какое количество откачки вы, находясь на логисте, можете предоставить своим напарникам по флоту. В данном случае у меня клочный скайт, который снаряжен батареечками, и он имеет возможность откачивать 143 единицы хп в секунду. Если вы, допустим, накачиваете своих партийцев капаситором, армором, либо откачиваете им структуру, здесь будет отображаться количество единиц, которые вы транслируете на другие корабли. Данные капаситора. То есть общее количество капаситора, его капостабильность, количество пополняемой капы в секунду и количество расходуемой капы в секунду. Допустим, здесь у меня в фите стоят батарейки, да, то есть капаситор-бустер. Если я его отключу, он мне покажет то, что моя капа на данном корабле закончится через 57 секунд, если все модули будут активны. А, и допустим, я еще вот включу компакт микроварп-драйв, и он мне показывает то, что моя капа закончится через 37 секунд. Опять включаем батареечки и видим то, что в данном случае с включенным микроварп-драйвом наша капа закончится через 6 минут и 31 секунду. Общая информация по кораблю. Targets. Количество целей, которые вы можете брать в лог. Range. Дистанция, на которой вы можете брать в лог. Scan Resolution. Скорость, с которой вы берете в лог. Ну, ваш корабль. Сенсор. Если навести на этот показатель, то будет окошко, которое покажет, какие типы кораблей, примерно за какое время вы будете брать в лог. К
К сожалению, она скрывается через 5 секунд примерно, и его постоянно приходится вот так вот натыркивать. Значит, сенсор stretch, да, он показывает также при наведении какой тип. Лодар. Допустим, в данном случае. Это ваше сопротивление джаму, а также сопротивление носкам. Дрон range. Это дальность телеуправления дронами, то есть дальность, на которой вы можете отдавать дронам те или иные команды. Скорость. Скорость вашего корабля, в данном случае без МВД. Если мы включим МВД, он нам покажет скорость вместе с МВД. Если мы включим перегрев, он нам покажет скорость на перегреве. Align Time. То есть скорость ухода в варп. Допустим, на МВД это 9 секунд с небольшим. Хочу сказать то, что игра округляет Align в большую сторону. Это немного сложно объяснить простым языком. Поэтому скажу так. Если стоит 9 секунд и 4, то корабль уйдет в варп на 10 секунде. Если мы, допустим, отключим МВД, мы увидим скорость от варпа без МВД 6,24. То есть корабль уйдет в варп на 7 секунде. Сигнатура – это радиус сигнатуры нашего корабля, то есть 113 метров. Также указана сила пробок, которая может насканить эту сигнатуру. Warp speed 3 АУ в секунду. И также указана максимальная дистанция варпа, которую можете преодолеть за одну его активацию. Карго. Размер карго вашего корабля. И прайс. Цена. Цена берется из житы и показывается здесь довольно-таки примерно, но довольно-таки точно. Цена за хул в жите 8,2 миллиона. Цена фита в жите вот этого всего, что у нас здесь оснащено, 16,1 миллиона. Общая цена 24,3 миллиона исков. По центру внизу находятся вкладки. Что это за вкладки? Значит, вкладка дроны. Это наш дрон бей. В него мы можем помещать всевозможных дронов. Ну, то есть, вот, допустим, у меня здесь два хаммерхеда. Я хочу их заменить, допустим, на валькирии. Я беру и добавляю сюда две валькирии. Также я могу их включить и отключить. Допустим, вкладка Fighters. Она нужна, когда вы фитите карьер. То есть корабль, который может управлять истребителями, файтерами. В этой вкладке это Drone Bay Carrier. И сюда можно пихать истребители. Да, то есть ими здесь также можно управлять. И всячески с ними экспериментировать. Да, вот, допустим, у меня есть Firbolg. Я хочу сюда запихать Т2 Firbolg. Чтобы посмотреть. И разницу в ДПС. И вижу то, что с Т2 Firbolg мы имеем 2700 ДПС. С Т1 фирболгами мы имеем 2443 ДПС. В данном столбике указывается скорость, с которой летит файтер. У файтеров есть личный МВД, и мы можем его активировать. И тем самым мы видим то, что на включенном МВД
Файтер летит 8 километров в секунду. Также здесь можно посмотреть информацию по файтеру. Карго. В карго у нас находятся предметы, которые мы хотим сюда разместить. В чем смысл размещать сюда предметы? Во-первых, все предметы, которые вы сюда поместили, учитываются в стоимости корабля. Второе, можно посмотреть, какой объем вашего карго занимают те или иные предметы. Вот, допустим, на текущий момент объем моего карго 870 метров, из которых занято 555. Я хочу изменить количество ликвид озона, который у меня здесь в карго имеется. Я ставлю, допустим, 500 единиц. И вижу, что на текущий момент занимаемое место в моем карго уже 755. Импланты. Здесь мы размещаем импланты, которые хотим, чтобы действовали на наш текущий фит. Вот, допустим, у меня здесь установлен имплант, который увеличивает объем щита моего моей химеры. Я его отключаю и вижу, что эффективное ХП моего корабля теперь равняется 3 миллиона 918 тысяч. Если я его включаю, то эффективное ХП равняется уже 4 миллиона 26 тысяч. Также сюда можно добавлять сеты имплантантов, которые увеличивают откачку и иные сеты импланты. Можно использовать импланты, которые вы непосредственно добавили в фит, либо, допустим, использовать импланты, которые у вас добавлены непосредственно в самого персонажа. Ну, импланты персонажа не добавляли. Ну и, в принципе, у меня они не добавлены в какого-либо персонажа. Мне это незачем, поэтому у меня этого нет. Хорошо, далее. Возьмем наглфар и зайдем в бустеры. Бустеры – это наркотики, которые также дают те или иные бонусы. Вот на мой дредноут я хочу, чтобы у меня увеличилась откачка. Потому что на текущий момент моя откачка равна 13 тысячам хп в секунду. Я хочу ее увеличить при помощи бустера. Я ищу бустер, который увеличивает откачку. И добавляю его в данную вкладку. И вижу, что моя откачка увеличилась на 16 248 единиц. А также я вижу, что у меня трекинг спид 2,6. Я хочу, чтобы он увеличился. Я хочу увеличить также за счет бустера, за счет наркотиков. И я ищу наркотики. Вот антифармакон, и ставлю антифармакон на скорость трекинга. Тем самым мой трекинг спид изменился. Вот я его отключаю, он равняется 2.63, включаю 2.84. Projected. В данную вкладку можно перенести как определенные модули, так и фит. Собственно, допустим, мы берем и проектируем на наш фит торакса Heavy Nitric. И видим то, что его
Капа закончится через 24 секунды после того, как мы на него активировали Heavy Nitric при всех включенных модулях. Или, допустим, мы хотим, чтобы мы увидели, какая откачка будет у этого корабля, если мы на него спроецируем логиста. То есть мы ищем наш скайт и проецируем его на этот корабль. И видим, то, что наша откачка равна 252 единицы хитпоинтов. Если мы переходим просто в хп, видим, то, что откачка равна 143 единицы хп в секунду. А ехп 245 единиц. Итак, команд. Допустим, у нас есть химера, которая обладает бонусами. И мы хотим посмотреть, сколько ЕХП будет у этого корабля под бонусами химеры. Собственно, мы берем и ищем наш фит химеры. И проецируем его сюда. И мы видим, что наше ХП увеличилось. Наши резисты увеличились. Убираем. Видим, уменьшилось. Ну и нотас. Это блокнотик. Сюда можно просто вписать все, что мы хотим. Какие-то заметки о этих фитах. Давайте рассмотрим маркет. Как вы видели, я ищу предметы по части названий. Допустим, вот у нас я искал Heavy Nitric. Давайте найдем тоже Heavy Nitric, только используя часть слов. То есть вот он нашел Heavy Neutron Blaster и Heavy Energy Neutralizer. Хотя я ввел только две части двух слов. Теперь посмотрим ниже и увидим, что здесь есть кнопки, которые определяют группы модулей. Вот нормальные модули, то есть это T1, T2, фракционные модули, Dead Space модули и модули офицерские. Также можно нажать по модулю правой клавишей мыши и посмотреть по нему информацию. Также открыть группу в маркете, данные этого модуля. Проектировать модуль на фит. Вот раз, мы добавили еще один. Теперь наш торакс умрет еще быстрее. Высушится. И добавить модуль в карго. Раз, и мы добавили модуль в карго. Посмотрим другие возможности. Начнем с файл. Есть возможность backup all fittings. То есть мы имеем большое количество, допустим, фитов пифи и хотим их сохранить. Мы пользуемся этой возможностью и создаем отдельный XML файл, в котором будут все наши фиты. И этот файл мы можем импортировать в другую копию пифа, либо, допустим, с кем-то поделиться. Export fittings. Фитинг, да, то есть это вот у нас есть торакс, и мы хотим его сохранить в виде файла. Мы, собственно, берем и сохраняем торакс 1.1.1 файл. Дальше. Экспорт HTML я, к сожалению, не знаю. Экспорт skills needed тоже не знаю. Import charter file. То есть мы можем импортировать
нашего текущего персонажа в пифе в файл для того, чтобы использовать его, допустим, в другой копии пифы, либо, допустим, в другой программе. Вкладка Edit. Здесь есть две возможности. To Clipboard и From Clipboard. To Clipboard копирует текущий фид в виде текстовой информации в буфер обмена. Он спрашивает, в каком формате скопировать данный фид. Ну, я выберу EFT. Вот я его скопировал. И теперь в буфере обмена есть данный фид Торакса только в текстовой информации. А вот мы берем и вставляем его сюда, в блокнотик. И видим его в тексте. Хорошо. Там есть еще одна функция. И вот мы, допустим, Торакс вызываем 222. Копируем его. И посмотрим возможности From Clipboard. Это как раз, когда у вас данные находятся в буфере обмена, текстовые откуда-либо, допустим, из игры, и вы хотите, чтобы эти данные преобразовались в отдельный проект в пифе. Вот мы нажимаем From Clipboard, и наш Torax 2222 появился здесь как отдельный проект со всем содержимым, ну, кроме имплантов и бустеров. Window Character Editor. Частично мы с ним уже знакомы. Значит, допустим, у нас есть Д'Артаньян 3000, и этому персонажу мы можем присвоить имеющиеся пресеты скиллов, да, то есть это Альфа Гален, Тамар, Минматар, Калдари и Омега Клон. Также мы можем самостоятельно изменять здесь скиллы. Ну, допустим, вот мы захотели, поставил Hull Upgrades в 5. И после нажатия клавиши ОК этому персонажу будут применены эти скиллы. Импланты. Здесь мы имеем возможность добавить для персонажа импланты. И, допустим, это у нас будут Gunnery импланты, 8 слот, Medium Hybrid Turret в 5, да? И мы его добавляем. И, допустим, здесь можно пользоваться поиском. Стандартные импланты на наши параметры. Нажимаем ОК. Да? И теперь, если мы выберем Д'Артаньяна 3000 и откроем имплантанта, также укажем здесь использовать имплантанты персонажа, мы увидим их здесь. Дальше. Damage Pattern Editor. С ним мы уже знакомились, когда добавляли профайлы урона. Target Resist Editor. Ну, в принципе, как я понимаю, он нужен для того, чтобы назначить резисты для цели. Но у меня еще ни разу это нормально не получилось. Поэтому не могу сказать, как точно это работает. Implant Set Editor позволяет создать сет имплантантов. Допустим, мы хотим создать сет стандарт. И ищем импланты стандартные. Добавляем. И сет имплантов готов. Теперь, если нам не будет необходимо, мы сможем его удобно и быстро активировать во вкладке «Импланты в нашем проекте».
графики. Значит, если вы хотите узнать, какой урон вашего корабля на определенную, допустим, дистанцию, то вы это сможете видеть в виде графика. Например, мы возьмем вектор в виде цели. Перетащим его сюда и увидим то, что где-то до 3 километров, да, то есть вот где-то 2,81, у данных кораблей ДПС одинаковый. Если рассматривать на расстоянии 10 километров, то ДПС вексора за счет дронов намного выше, около 400. Но у Торакса на данный рейндж ДПС не распространяется. Для наиболее точной информации здесь необходимо указывать дистанцию, сигнатуру цели, также ее угловую скорость и общую скорость. Можете здесь поколдовать. Мне, в принципе, лень. Так. Настройки. Общие настройки программы, которые можно использовать так, как вам необходимо. Как выгрузить данные из пифы в Еву. И у нас есть фит нашего Торакса. Он называется 2222. И мы хотим, чтобы этот фит был у нас в игре. Значит, мы выбираем Ctrl-S, экспортируем фит. Экспортировать его необходимо в папку. То есть это вот, допустим, у вас диск C, пользователи. Здесь должен быть указан ваш пользователь, да, не как у меня там, астрогатор. Вот. Documents, if и fittings. Если у вас такой папки нет, ее нужно создать. И, собственно, в данную папку мы сохраняем этот файл. Вот он у нас там теперь уже в папке. Что мы делаем дальше? Мы заходим в Евку. Вот у нас новоиспеченный персонаж. Открываем оснащение кораблей. Здесь у нас, может быть, выглядит у вас вот так это изначально. Открываем браузер. Здесь импорт и экспорт. Импортировать оснастку из файла. И игра вот из той папки, которая fittings, да, как раз подхватывает информацию о наличии там файла. И мы, собственно, что делаем? Мы ищем файл. Торакс. Да, то есть нам нужен Торакс. Мы нашли Торакс. Вот он, 2222. Импортируем. И так у нас появился файл, точнее, в игре Fit Торакса. Если у вас есть другие варианты передачи фитов из пифы в Еву, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. На этом мой обзор пифа завершен. Если у вас есть еще какая-то информация, которую вы хотели бы поделиться, тоже оставляйте в комментариях. И спасибо за просмотр. До новых встреч.